Ребята, всем привет! С вами Кирастра, и я рад вас видеть на нашем YouTube-канале. Совсем недавно у нас появился Ризли, и сделал он это как-то очень неожиданно и довольно-таки быстро, так как обычно персонажи прилетают ближе к 80-й крутке, а тут аж на 46-й, почти в два раза быстрее. Признаться честно, изначально я начал копить крутки на Фурину по Colors и не планировал забирать Ризли. Учитывая то, что я последнюю неделю делал ремонт, мне очень сильно захотелось потратить примагемы, которые я копил. И я такой сижу и думаю, что нужно забирать с баннера что-нибудь эпическое. Все равно еще есть время до следующего. Еще успею накопить. Начинаю делать круточки и просто вижу, что легендарка летит. Я, если честно, не мог поверить своим глазам, а именно в то, что настолько быстро. Я очень сильно обрадовался, что Шэньхэ наконец-таки нашла себе пару. Видимо, это компенсация за все наши старания. Ведь, к большому сожалению, у нас не получилось выбить Аяку, Ганьюй и Олу, хоть мы очень сильно старались. И я очень сильно рад, что сбылась моя мечта, и я наконец-таки сделаю нормальный крио-отряд. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Учитывая то, что я закончил практически ремонт, стримы в ближайшем будущем на канале будут проходить намного чаще, поэтому буду вас всех рад там увидеть. Залетайте, до новых встреч, ребят, увидимся.